Хорошая аптека. Самые, да. Гарниер, да, 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 да. То есть вот, пожалуйста, если не хотите там но покупать. Введи. Сейчас я хочу это здесь узнать, сколько здесь продают это для гарнира. Вот он. Вот он, гарнир. Вот, 45, 35. 50, вон, пожалуйста. 50, но просто 50. Вот сальное масло, смотри. Ну, вот как раз которым намазываются. Вон, смотри, молоко верблюжье есть. Да, да. В общем, все, что хочешь. Но видишь, что 50, а у нас 50 плюс, плюс, плюс. Он, кстати, очень хорошо говорит по-русски. Да. То есть у них цены получаются такие вот... Если в фунтах указано в аптеке, это государство. Hello. Hello. Nice. Nice, nice глаза. Давай, посмотрим. Верю. Спасибо. Сейчас. Так, тут смотрите, как красиво. Да, будьте чай, смотрите. Здрасте. Пьем за смотри. Нет, ты вот так. Да, да, да. Короче, можно это, далеко не отходя. Все боятся этот бабай, видишь? Страшно, а что это такое? Страшно выглядит, да? Да, страшно. А это вообще мага? Очень папайя, вкусно. Да? Папайя. Да, она такая всегда. Да. О, привет. Привет. Из Египта. Привет из Египта. Ютуб. Ой, ух ты. Какая шикарная вообще. А сколько у вас манго стоит? В какой стоимости? Манго в какой стоимости? Какой сорт? Ну вот, самый вкусный. А вы такое не пробовали, да? Ну, мы вот примерно такой привозили. Нет, бабай не пробовали? Нет. Я вам отдаю пробу. Ну, вот такой это брали. Ящик. Дыни есть. Вот так их брали, да? Ящик. Сколько вот такой? В какую стоимость манго? Одну? Нет, вообще, за килограмм. За килограмм 150. 150 фунтов? Да, на а в долларах это сколько? Разделить на 5? 32, нет, меньше. Но это за килограмм. Mm-hmm. Такой подешевле, 120. Но кисленький еще чуть. Mm-hmm. Это сладкий, красный. Mm-hmm. Понятно. Есть еще такой хороший. Пойдем посмотрим. Можно, что, можно. Какой? Можно, да? Спасибо вам ключи. О, как ароматы какие у вас, да. Классные. Супер. У меня бабушка выращивает чай. Да? Да. Здорово. Спасибо вам, буду показать. Заходите. Давай посмотрим. Это считается самый вкусный и самый болезненный. Mm. Крокоды знаем, каркеды мы привозили. Знаете. Да, это хороший чай. Гибискус это каркеды. Да, да, а да. А такой? Да. Такой тоже привозили. Что? Лимонграсс. О, правильно. Это очень вкусно. Ну, что-то вам очень он понравился. Может, вы неправильно заварили? Ну, как-то быстро... Потому что есть, быстро уходит запах. Да. Потому что они вам показывают это, а продают это. Да. Видишь, он у меня без ничего. Да. Я, чтобы... Надо, значит, покупать Подишь? И... Не-не-не-не, будете покупать, буду вам налить отсюда. А этот не пахнет, да? Они добавляют ароматизатор. Кстати, да. Да, здесь да, уже да, не пахнет. Видишь, я... А то мы до дома привезли, он уже не перестал пахнуть. Поверишь, не поверишь, этот уже года два так, банка. Так, я даже листик не взял. Ага. Просто, а гранатовый, чтобы показать. Он как заваривается? Да. Вкусный. Посмотрите, как правильно заварить. Я вам отдам. Давай, пробу. Давай. Я обещал для гостей бабай забыл. Да? Этот гибискус свежий. Может, вы первый раз видите. Видишь, какой? Не, мы такой брали. Да. Не, свежий. Смотри, свежий. Вот. Это может, вы брали такой. Второй сорт. Этот вкусный? Попробуйте. Кисленький. Да. Это мы бьем с гранат. Так. А, вот так вот? Они бьются так. Ага. Видео снимайте. Интересно. Да, чтобы да. Дома брали. Для Ютуба. Это для Ютуба. Да? Да. А? Твой канал? Мой канал, да. Правда? Да. Ну ничего. Это финики? А? Финики. Это финики? Да. А. И берем два листика, не больше. Два листика? Да. Так завариваете, да? Зеленые. Да. И салат из папайи делают. Да? Угу. Острый. У вас здесь специи разные, да, есть? Да. Кто у нас будет финики с лимоном и кто каркаде с гранатом? Мне каркаде с гранатом. Все. Финики. И вам финики с лимоном. Две финики. С лимонграссом. С лимонграссом. Пробуй. Дегустируй. Ну. Перебил все. Лимонграсс. Господи. Пробуй. Аромат хороший. Прям свеженький. Сладкий. Ребят, смотрите. Ну, давай, показывай. О, видишь, какой каркаде в Египте. Да-да-да. Вот. Прям один цветок, не два, не три. Угу. Это один цветок так окрасил? Да. Потому что он свежий. Свежий можно один и завариваться три раза. Это сладкий. Так же. Очень приятный. Спасибо. Очень. Теперь попробуй это. Давай, поменяем. На мини.
Измена под Буду покров. Помогать. Прикольно. Это финик и лимонграсс. А что-то у нас дома валяется, но он другой. Я просто лимонграсс. Ну, финик классный. Прям супер. И сколько, кстати, чай стоит у вас? Я обещаю, да. Ой, спасибо. Да. Пока сейчас пускай остывает. Сколько Пожалуйста. Вообще чай у вас стоит? Хотите первый сорт или второй? Хороший. Килограмм. Килограмм. Не, килограмм это много будет. Это килограмм много. Это вот практически 10 килограмм. Зачем купить килограмм? Если один сведок заваривается 2-3 раза. Смотри, я наоборот хочу продать, правда? Но я говорю честно. Вот, допустим, будете собираться купить килограмм, тогда вот это, сухой, 3 листики. Уже сухой, а так свежий, надо купить полгода. Этот полкилограмм, чтобы хватило полгода. А если вы говорите килограмм, чтобы год, тогда правильно. Если год. Ну и сколько стоит? Если год. Это 100 грамм 5, это 100 грамм 3, это 100 грамм 1. В долларах, да? Да. Но если человек покупает у нас килограмм, мы дадим хороший скидку. Ну, килограмм это много. То есть по доллару даешь, да? Какой пакет? Или это мешок? Ну мы 300 грамм больше привезли, такой здоровый был. Да, большой. Мешок только большой. Мешок очень большой. Да. Такой со скидка, вот этот, 22,5%. А это 15, это 10%. То есть... Проценты это что? Ну, проценты определенные. Так, что здесь еще есть? Подыхали. 5 умножим на 10, килограмм 50, минус 22,5, 38,70. Это за килограмм? За килограмм. 3 умножим на 10, это 30, минус 15%, 25,5. 10 минус... 10%, 9. Понятно. Все, но это везде $15, честно. Но я продаю по 10, это скидка. Ну, выбери веки ленты. А если мы оптовики, соответственно, больше скидка, правильно? Да, да. Да. Все. Показать вам, как так всегда бывает. Килограмм. Нет, сейчас мы пока смотрим. Мы недавно приехали. Нет, показать как или вы знаете. Килограмм как выглядит? А, как вести его? Да, большой. Я примерно представляю. Так, здесь у нас шафран. Что еще? О, кстати, вот этот кардамон. Кардамон есть. Да. Гарри. Да. Палочки вот эти, вот как раз для заваривания корицы. Да, корица. Корица. И вот это лучше. Кориандр. Много-много. Кофе есть. И кофе есть, да? Кофе шоколад, кофе обыкновенный, кофе черный. Ну, тут мне грант понравился. С кардамоном. С кардамоном, да. Много всего. Ну, в общем, в любом случае, если будем брать, то вы сделаете хорошую скидку, правильно? Да. Ну, а эта цена я дал, потому что вы первый клиент. Первый клиент? Извините, не обижайся на меня. А что, сегодня вообще нигде нет клиента? Не, утром всегда ходят на пляж, сейчас ушли кто-то вечер. Загорает. Не, если вечером придут, а до скольки вы работаете? Кто-то получил 22,5%, уже не могу. Уже даю 15%. А до скольки работаете? Мы до 10. До 10, да? До 10 вечера. Все, работаю. Так, еще посмотрю вот это, вот, ароматы ваши. О, будет обид потом, хорошо? Потому что некоторые меня обижаются, говорят, ты сказал 22, а уже неделю 22, потому что они сразу не берут. Если вы хотите, будет такой цена. Это масло, да, ароматическое? Есть такой, хочешь духи посмотреть или просто смотришь? Я не знаю, понюхать давай. Понюхать? Да. Что-то вот послушать. Сладкое. Сладкое мне не надо, я не очень люблю сладкое. У меня есть специалист духой. Ух ты. Лавибель у тебя был сладкий. Как? Лавибель? Лавибель. О, как раз, третий. Но я не буду показать. Хочу вам показать наш египетский. Ух ты. Это концентрат. Я еще не разбавлял. Чисто. У вас есть же жекалька? Курите? Нет. Да? Я вам показал. О, как раз. Маникюр. А, зажигалка? Чтобы типа горит? Вам это не делит в другой магазин. Потому что кто-то, ребята, продают со спиртом. Видишь? Не горит. Это без, да, конечно, без спирта. Чисто. Пары, то есть не спаряются? Есть не такой объем у нас, есть поменьше. Спирт спаряется. О! Поменьше есть, если вам надо в подарок кому-то. Я, кстати, такие привозила тогда тоже. Да. Да, красиво. И сколько вот духи вообще стоят? Купить или спросить? Давай так, для начала спросить. Спросить? Вот, да. Это правильно. Потому что я вам дал этот процент. То есть, если будем покупать, то, соответственно, скидка. А вы не хотите, пожалуйста. Мы просто прицениваемся. Ну, прицениваемся, тогда я даю обычную цену. Обычную. Давай обычную цену. Хорошо. Какой объем?
Ну вот маленький, вот, например. Маленький, такой, это $15. $15? Да. Это за концентрат. Есть такое же самое, только не концентрат, за 5. За 5, да. А вот такое. Такое же самое, только разбавленный. Вот там. Это называется парфюмерная вода. Парфюмерная вода. Да, парфюмерная вода. А вот такая вот сколько стоит? Это 5, да? И что объять? Вот это такой вот объем. Это 50. Это 50. Какой объят? А самый большой почем? 120 бят. Ух ты. Ну, то есть вы запаковываете, прям, чтобы доехало? Конечно, да? У нас есть боковка. Это когда заблажь всего. То есть не это стоит так. Цена даем за всего. Понятно. Красиво. Аромат прям приятный. И все очень качественно. Вот это да. Вот это концентрат. А как другое некачество? Это не качество? Это разбавленное? Конечно, нет, да. Это не могу вот так. Не могу. А вот это по... Это если подожжешь, то все взорвется нафиг, да? Это духи. Берем вот это. Вот как дома вы блотите за 50 евро, $50. Хочешь концентрат? Это в магазине, там стоит Dior, написано духи. А рядом стоит чуть дешевле. Написано парфюмерная вода. Есть такое, да? Есть такое, да. Интересно. Вам надо отдаю процентов сразу сейчас. А как вас зовут, кстати? Меня зовут Максимилиан. Максимилиан, Нина. Очень приятно. Владимир. Очень приятно. Путин. Вова. Все. Будем иметь в виду. Спасибо. Вот интересно, а что вот с этими штучками делают? Это же эти, как их, водоросли или кораллы? Не, водоросли. Прикольные, красивые. Ой, кошак. Смотри-ка. Кошка. Ты красавица. Привет. Ты откуда вылез? Привет. Те откуда вылез, эй? Те откуда вылез, да. Кстати, тоже, видите, у них все принимают, все карточки и прочее, масла. Тут же вот. О, смотри, вот я думаю... Ой, упал. Смотри, короче, засовывают, получается, вот эту штуку в такую банку, она там распускается, и, видать, для рыб. Да? Прям по этим лазит. Все, да. Ну, пойдем еще посмотрим. Ну, пошли, я без с вами. Если что. Короче, тут это, от отеля отошел, и все, можно купить. Ну, естественно, так ну, да. Всегда есть. А так всегда есть. Привет! Вот и фильм. Да. Не, ну вообще по $5, знаете, очень дорого. No, thank you. Just one minute. Я не понимаю. Так, вот, кстати, White Beach, ты перепутал. Хотя вот он, наверное, так и вот есть. Вот он так идет. Все, White Beach. Только мы не white. Мы blue. Красава. О, смотри, обезьянка. Офигеть. Друг. Брат твой, да? Твой брат, иди смотри. Капуцин. Капуцин. Капуцин, привет. Привет. Ой, сейчас меня как выхватит. Смотри, а смотри, лапку тянется. Привет. 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 Ах. Давай, где камеру. Да? Не надо. Давай, ах ты. Махмадай, Анжу. Как зовут? Зизу. Зизу? Да. Ну и кусает. Не кусается? О, не. Давай лапку, давай. Ой, какая прикольная. Очень нежные руки. Да. У вас как, развлечение или вы продаете? Не, это наше. Ваше? Да. Домашнее животное? Да. Что-то типа, да? Как кошка. Только это лемур. Класс. Красавец. Это тоже наш магазин. Тоже магазин? Сизу магазин. Я хочу тоже камера. Давай, пожалуйста. Пойдем, посмотрим. Давай. Привет. Посмотрим. Везде приглашают, показывают. Что тут интересно у вас? Что интересно, все интересно здесь. Все интересно? Да, сейчас я покажу на тебя. Пожалуйста, здесь у тебя камара. О, как красиво. Что у тебя вижу здесь? Папирусы. Камара. Папирусы? Что у тебя вижу? Ну, это гор, наверное, да? Или дерево как? И... Дерево и птицы. Кошка не вижу. Кошка... Кошка, вроде нет. Сейчас. Давай. Сейчас, секунда. Кошка должна видеть. Сейчас это увидишь. Сейчас кошку мы увидим, да? Выключи свет. Смотри, сейчас выключи, смотри. Да, скажи, что у тебя вижу в комнате. Круто. Хорошо? Хорошо. Все, давай. Вау, реально, смотри, кошка. И тут, смотри, все светится. Здорово. Очень красиво.
Тутанхамон, ага. Нефертити. Знаем. Хорошо? Угу. В темноте, а, пожалуйста, скажи мне, что тебя вижу здесь и здесь. Что тебя вижу? Нет, хорошо? В темноте. Пожалуйста. Давай. Поменяются местами, думаешь? Кошка, кошка и Нефертити. Ну, и знак. Это ее охраняли. Да, 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 да. Кошки используются. Это папирусы, да, я так понимаю? Это папирус, да. Ручная работа. Угу. У меня тоже есть маленький картинок. Угу. Посмотрите, пожалуйста. Угу. Они тоже светящиеся? Посмотрите в темноте, скажи, что у тебя вижу. Во. Кошка и Нефертити, да. Все очень красиво. Кошки охраняли. Классно. Смотрится. Это что? Нефертити. Хорошо. А сейчас будет кошка, да? Нет. Понятно. Что крест. Тебя вижу? Крест. Как ну, это? Ключ. Ключ, ключ. Ключ, ключ, да. Вот там, кстати, лошадь очень красиво. И сколько так вот стоит называется? Папирус? А, какой размер? У меня есть много. Ну вот маленький, размер. Например. Вот самый такой. Маленький или чуть-чуть побольше? Ну средний, маленький. Посмотри, есть ли такой тоже размер? Угу. Какой хороший для тебя? Вот такой вот сколько стоит, например? Это стоит 11 долларов. 15 долларов? 11. 11. Это ага. Кто-то поменяет картинка. Угу. Посмотри, есть ли такой. А это настоящий папирус, да? Настоящий папирус. Это моя семья рисует. Угу. Это большой размер. Угу. Посмотри, это светится так же, пожалуйста. Это светится так же. О, красота. Светится так же, да? Да. Это стоит 12. Это 12. Вот большой и... Большой и 12. И угу. Еще есть такой большой, одинаковый размер. Угу. Одинаковый, да? Угу. Это 15. Это 15. Потому что это в темноте другая картинка. Угу. Посмотри. А то есть картинка меняется, то подороже. Да, потому что это два раза работает. Два раза. Угу. Какой лучше посмотреть? Такой размер или поменьше? Ну мы пока смотрим. Я буду мы только приехали. Хорошая цена. Подождите секунду. Я какой понимаю. Для лучший размер? Ну я пока не знаю. Я еще пока просто приехала, вот только смотрю. Первый день мы приехали. Пока только смотрим. Я хочу немножечко изучить. Маленький бизнес для, для удачи. Удача, понятно. Не, красиво очень, прям смотрится. Так, здесь да, тоже можно все купить. Угу. Угу. Пойдем, пойдем. Ой. Пошли. Красавчик. Привет. Привет. Да. Ой, нет. Мне уже пытались сейчас папирусов несколько штук. Сколько бери? Вот сегодня скидка. Кстати, вон верблюд. Кто-то говорил мне про верблюда. Да. Не, вы знаете, смысл в том, что здесь вот вышел из отеля и уже все увидел. Здесь посмотрел, там все посмотрел. То есть далеко ходить не надо. Вышел из отеля, причем отель... Че, пойдем верблюда посмотрим. Все такие. Поближе. Не надо. Обезьянка. Че, боишься, что плюнет? Да. Мало. Не, здесь же на них и катают. Но мы тогда на пустыне, в пустыне, когда были, тоже покатались на них. Тут смысл в том, что, понимаете, когда вас затягивают в подобную лавку, вас поят чаем, да? Разводят. Ну, не разводят, а... Но они не разводят, да. Они говорят, только здесь, только сейчас скидка. Потому что они знают, что, скорее всего, ты не вернешься. Потому что где-нибудь найдешь цену подешевле. Да. Чем дешевле, тем дешевле. Так что вот. Не, ну, меня привлекала обезьянка. Они этим и привлекают. То есть люди остановятся, вот, и все, смотрят. Я вроде не... У тебя права есть, да? Он большой так центр вот. Также. Да, он царь кошак. Кстати, здесь очень любят кошек, потому что, ну, кошки... Нет, ух ты, иди. Давай. Всем лайки, да? Всем лайки. Он молоденький совсем. Да, котеночек-то. Здесь, кстати, вот получается вот этих очень много. Кстати, я не договорила насчет манго. Да, здесь напротив. Он бегает. Не договорила насчет манго. Тут смысл в том, что манго очень дорогое. 5 долларов – это очень дорого. Оно вообще по 2 доллара. Здрасте. Самый лучший магазин в городе Бургада. Максим зовут. Максим? Да. Хорошо, а меня Нина. Можно посмотреть, пожалуйста. Привет. Привет, дорогая. Привет, давай я дам тебе мою визитку.
Нет, спасибо. Я запомню так. Без визитки помню. Да-да-да. Тем более, мне кажется, когда они видят камеру, они прям колбасить их начинают. Вот. Все хотят сниматься. Это как реклама. Считайте их магазин. Ну, вот о, смотри, тоже вот аптека. Да, вот тоже сейчас, подобно. Тихо. Давай без камеры. Все, давай, всего. Да. Идем, мы пойдем просто посмотрим, сравним цены. Ты примерно телекарты запомнил? Ну все. Ну они здесь все. Здесь они все, лекарства не пойдут. Все, камеру убираю.